Прыгнуть с парашютом, нарисовать свой 3D-мир или отправиться на велогонку по Испании можно, не покидая полей виртуальной реальности портала VR. На площадке два зала, один из них – VR-клуб. Здесь каждый посетитель выполняет задания в статике. Они подходят и для детей с ОВЗ. Для них предусмотрена бесплатная программа. Мы бы хотели всегда здесь видеть и детей с ограниченными возможностями. Я считаю, что меньше всего на самом деле уделяется тому, что где они и как они могут путешествовать. Здесь, в виртуальном мире, они это могут делать. Второй зал VR-арена подходит для командных игр, в том числе спортивных. Отдыхающие перемещаются в очках по цифровому пространству. Всего таких порталов 15 по России. Каждый портал уникален, это тоже абсолютно уникален, то есть он со своими классными фишками. Вообще это один из лучших клубов нашей сети сейчас. То есть я его вполне могу сравнивать с московским нашим форматом. Всего в портале собрано более 100 игр, подходящих для людей разных возрастов, начиная с 6 лет. Посетить клуб «Портал VR» можно по адресу Попова, 77А. Алина Пенигина, Алексей Шаульский, Новости.